группы One. Ребята стали тогда шестыми. В этом году многие бывшие участники Евровидения решили попробовать свои силы в конкурсе еще раз. Возможно, потому что он юбилейный, 50-й. А на сцене уже Константинос Христофорос с песней «Ella, Ella». Давай, давай! Евровидение, похоже, прошло очень успешно. Ну, еще бы профессионализма ему не занимать. У тебя на родине он настоящая звезда. Его альбом.